Программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму» вновь в доме ребенка. Кто дает имя отказному малышу? Кто назвал девочку, о которой мы хотим рассказать, Еленой, Леночкой? Мы с вами этого не узнаем, но имя так подходит нашей героине. А вот имена своим сыновьям, Баир и Эрдем, их родители давали с большой любовью. И с таким же чувством приняли в свою семью двух братьев, Анатолия и Виталия. Мы расскажем вам об этом в программе «Право на маму» 13 марта в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».